Здравствуйте, зрители моего канала. Я сегодня хочу вам представить обзор на коробочку красоты от фабрики здоровья Бизарюк. Она приурочена была к 8 марта. Это натуральная косметика. Входит в эту коробочку 4 средства и одно средство шло в подарок. Давайте посмотрим, что же нам положили в коробочку. Первое средство это тамбуканский гидролат с гиалуроновой кислотой, целебная календула, 50 мл. Очень приятный аромат у него. Его можно использовать в качестве тоника или распылять на кожу. Можно его использовать для разведения масок, в крема, для усиления эффекта. Гиалуроновый тамбуканский гидролат календулы нежно заботится о коже, насыщает витаминами и кислородом, питает и восстанавливает, обновляет и тонизирует, эффективно омолаживает кожу, запускает процесс регенерации и выработки коллагена, заполняет морщинки, подтягивает, придает коже упругость, гладкость, сияние и здоровый тон. Обладает очищающим, успокаивающим, вяжущим, противовоспалительным, антисептическим свойством. Устраняет сухость, шелушение, следы от акне, отеки и темные круги. Защищает кожу от токсинов и свободных радикалов. Здесь у нас 50 мл, срок годности до 2020 года. Вот он уже практически у меня впитался на руке. Очень приятный аромат, без всяких отдушек. Вот такая нежная календула. Пахнет очень вкусно. Следующее это у нас маска для лица. Кавказские традиции. Белая глина с маслом виноградной косточки. Маска омолаживает, очищает, увлажняет. В ней 100 мл. Белая глина в сочетании с питательным маслом виноградной косточки глубоко увлажняет кожу и насыщает ценными веществами, стимулирует омоложение клеток эпидермиса, разглаживает морщинки и придает сияние. Белая глина эффективно очищает поры от сальных пробок, загрязнений и токсинов, сужает поры, нормализует работу сальных желез, матирует, успокаивает раздраженную кожу. Использовать ее можно 1-2 раза в неделю, нанести на чистую кожу лица и шеи тонким слоем, и через 15-20 минут можно снять теплой водой. Но обычно глиняные маски снимаются очень плохо, и я в качестве снятия маски использую тоники. В данном случае, я думаю, можно воспользоваться и вот этим средством. Сейчас я открою, покажу вам маску. Она такого нежно-бежевого цвета. Здесь ее достаточно много. Открытым держать не будем, потому что эта глина, она сразу застывает. Вот такое вот средство у нас. Следующее средство называется «Я принцесса». Это у нас натуральный крем-скраб для лица, который очищает, омолаживает и матирует кожу. Интенсивный крем-скраб, насыщенный натуральными и полезными веществами, эффективно выводит загрязнения и токсины из кожи, сужает поры и надолго матирует кожу. Активные компоненты скраба восполняют недостаток питательных веществ в эпидермисе, способствуют питанию, восстановлению и омоложению клеток кожи. Давайте откроем. Здесь у нас 55 грамм, срок годности до 2020 года. Он вот такого нежно-розового цвета. Пахнет, по-моему, клубникой. Да, это клубника. Видите, здесь клубничка нарисована. Здесь нарисована клубничка. Вот такой вот скраб для лица, 55 грамм. Но, в принципе, хватит его надолго. Не знаю, какой он жесткий или нет. Ой, он воздушный, как суфле. Он суфле напоминает. Нет, знаете, он совершенно не жесткий. У меня сейчас есть скраб в использовании. Я его покажу в пустых баночках. Использовать его для лица просто невозможно. Я его использую для локтей, колен,
пяток, потому что он очень жесткий. А это вот такой нежненький скраб. Очень приятный. Хороший скраб. Похож на суфле. И четвертое средство, которое входило в состав этой коробочки, это культ-крем «Ангельская кожа». Вот в такой коробочке красивый он. Здесь у нас срок годности 36 месяцев. 30 миллилитров. Давайте я вам достану его, покажу. И по коробочке прочитаю, что же он нам будет делать. 30 грамм. Вот в такой он коробочке находится. Баночки. Баночки, крышечка. Видите, какая? Если я попробую его открыть. Белого цвета крем. Пахнет очень приятно. Возьму с крышечки другим пальцем, потому что у меня уже скраб есть. Очень такой нежный крем. И вот он моментально впитался. Просто его уже нет на руке. Он уже впитался. Закрою его. И поставлю вот сюда. Давайте я вам прочитаю, что же нам обещают. Итак, культ-крем Бизарюк подарит вам ангельскую заботу о вашей коже. Подходит для любого типа кожи, даже очень чувствительной и поврежденной. Благодаря маслу какао, персика, крем содержит ценнейшие жирные кислоты, витамины и важные минеральные вещества, что способствует глубокому питанию кожи, насыщению активными микроэлементами, ее восстановлению, разглаживанию, избавлению от шелушений и неровностей. Натуральные масла органа и лайма являются отличным антиоксидантом, восстанавливают обмен веществ в клетках кожи, способствуют регенерации, сглаживают мелкие морщинки, выравнивает цвет кожи и поддерживает ее эластичность и упругость. Способ применения: разогреть в ладонях легкими нежными массажными движениями, нанести на чистую кожу лица, зону декольте и руки. Можно помассировать до полного впитывания. Можно использовать как бальзам для губ, для устранения шелушений, трещин и последствий обветривания. Так, входит сюда масло какао, вытяжка тамбуканской грязи, миндальный белый воск, масло персиковое, пантенол, нарзан, эфирное масло розы, масло органа, эфирное масло лайма и ладан. Интересно, какой состав. Пахнет крем очень приятно. У меня сейчас здесь пахнет календулой. Ну и да, крем, наверное, пахнет розой. Розой и лайм. Вкусно. Ну и в качестве подарка шло вот такое средство. Именное. Солнечной Ирине Черновой. Бархатное масло для тела Бизарюк. Очень интересное это масло. В его состав входит очень много масел. Использовать его можно после применения душа. Это масло, оно шло в подарок. И оно заявлено не было вообще никак. То есть в состав коробочки оно изначально не входило. Масло очень приятное. В него входит экстракт розы. И знаете, он такой вот слегка уловимый аромат. И я хочу сказать, что вся косметика пахнет очень приятно. Есть вот натуральная косметика, которая, знаете, имеет такой специфический аромат натуральных ингредиентов, который отталкивает. Здесь вот такого аромата нет. Вот такое масло. Пахнет розой. Мне набор очень понравился. Я с удовольствием буду его использовать. И попробую все средства, которые входят в него. И в пустых баночках потом дам вам отчет о моих впечатлениях об этом
наборе. Но сейчас я могу с точностью вам сказать, что набор мне очень нравится. И 100% я буду использовать каждое это средство, которое входит в его состав. Надеюсь, что вам понравился обзор на мое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне задать их в комментарии. Я постараюсь всем ответить на вопросы. Всем всего хорошего. До свидания.